первый матч плюс-минус, как мне представляется, равных соперников. Очень сложно спрогнозировать, как мне кажется, его итог, потому что Клопп прекрасно знает Баварию, много лет соперничал с ней в Бундеслиге как главный тренер Дортмундской Баруси, один из главных конкурентов, главный, наверное, конкурент баварцев в немецкой лиге. Но да, и у баварцев сейчас не очень хорошо идет в своем чемпионате. Но тут вот какой момент. Ливерпуль очень любит давить, высоко прессинговать, сминать соперников. Но мы достаточно вспомнить нам, как съездил «Спартак» в прошлом розыгрыше на Энфилд, получив 0-7. Но тут ведь какой момент. Немцы умеют вот как-то справляться с этим напором, как в свое время советские хоккеисты умели вот этот стартовый натиск канадцев сдерживать, а потом переворачивать все в свою сторону. Я не исключаю, что, возможно, получится у немецкой команды это и здесь. Но при прочих равных, чисто вот так до стартового свистка, все-таки, наверное, Ливерпуль видится, по крайней мере, фаворитом первого матча, может быть, не всей стадии, но первого матча. Но давайте, пускай будет 2-0 в пользу Ливерпуля, хотя я вполне могу и ошибиться.